Здорово, ребятки! С вами я, СтивПро, и сегодня я покажу вам аддоны трейли для Майнкрафта 1.2. Эти трейли, которые добавляет данный аддон, будут защищать нас от различных враждебных мобов в Майнкрафте. Ну что ж, ребятки, давайте мы с вами и посмотрим на эти самые трейли. Для того, чтобы их заспавнить, нужно взять яйцо создания шалкера. Ну а теперь мы, собственно, создаем первую трейль, создаем вторую и создаем третью трейль. Вот у нас получилось три турели, которые очень хорошо детализированы. Ну что ж, ребятки, сейчас они имеют обычный стандартный фиолетовый, что ли, цвет, так сказать. И смотрите, ребятки, если рядом с ними появится враждебный моб, к примеру, отброс, то они сначала прицелятся, а после начнут его атаковать. Прощай, отброс, прощай, пухом тебе земля. Прощай, братан. Ну все, ребятки, он точно умрет. Ну что ж, на этом еще данный аддон не заканчивается. Помимо того, что они атакуют, мы можем перекрашивать данные пушечки, точнее данные турели, еще в другие цвета. Давайте на это и посмотрим. Собственно говоря, можем перекрасить нашу турель в черный цвет, в зеленый цвет, в фиолетовый, который сейчас она покрашена, собственно говоря, в синий цвет. И, ребятки, турель может превратиться в некий медпункт, смотрите. Вот мы превратили пушечку в другую пушечку, и теперь это шалкер-бокс, в который мы можем ложить наши, допустим, вещи. Но, ребятки, это опять же не все. Если ваша турель каким-то образом пострадала, допустим, от большого количества врагов или же от обычных игроков, то вы можете полечить ее с помощью пузырька опыта. Да, теперь пузырек опыта — это, так сказать, аптечка для наших турелей. Ну что ж, просто кидаем эту аптечку в турель, и она получает регенерацию. И турель таким способом восстанавливает себе большое количество жизней. Я думаю, что данный аддон вам и вправду будет интересен, поэтому ссылочку на него я оставлю в описании. Ну что ж, ребятки, давайте попробуем еще раз испытать нашу пушечку. К примеру, уже создадим ведьму. Посмотрим, что она сможет сделать нашим турелям. Так. Ну, ребятки, смотрите. Что, куда-то ушла? Ребятки. Что вы творите? Ребятки, смотрите. К примеру, вот эта пушечка стреляет стрелами. Она уже подлетела, ведьма. А эта пушечка стреляет вот такими зельями. А меня-то за что? За что меня-то стукнули? Я что сделал, ребятки? Творится в канале, вы посмотрите, ведьма против ведьмы. Ну, собственно говоря, это так всегда, если две ведьмы встречаются, у них получается бесконечная война. Ну, собственно говоря, продолжать здесь даже нечего, вы сами все видите. Что ж, ребятки, ссылочка в описании, переходите и скачивайте. Ну, а на этом все, не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал. Ну, а с вами мы увидимся уже в следующем видеоролике, поэтому до скорых встреч.